Прозрачные бутылки замерли на конвейере. Оборудование остановлено, повсюду люди в масках с автоматами наперевес. Появление силовиков стало полной неожиданностью для работников подпольного разливного цеха. Хозяин нелегальной фабрики уже в кабинете следователя дает первое показание. Что именно изготавливали? Водку и еще какие-то? Да. Помимо водки, какая алкогольная продукция еще изготавливалась? Коньяк. Его название точно не помните? Нет. Левый алкоголь разливали под Переславлем. Масштабы впечатляют. Изъято больше 500 000 бутылок готовой продукции. Почти столько же тары. Сотни бочек со спиртом. Оборудование. Сумма изъятого превышает 500 000 000 рублей. Следователи утверждают, подпольное спиртное было опасно для здоровья. Эта продукция содержала метиловый, изоамиловый спирты, и в ходе следствия установлено, что она являлась опасной для здоровья граждан. По уголовному делу задержан один из членов организованной группы, который осуществлял контроль и руководство подпольным производством. Ему предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сомнительные коньяк и водку везли фурами в Москву, продавали и в магазинах Ярославской области. На нелегальной фабрике трудились 20 с лишним десятка азиатов. Документов на работу у мигрантов не было. 5 из них находились в России с нарушением закона. Руководитель завода в федеральном розыске. Мужчина приехал из Закавказья. В организованную группу входили и граждане России, уточнили в ФСБ. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Георгий Колчин, «День в событиях».